Владимир Путин и Петр Порошенко впервые провели краткую личную встречу во Франции во время торжественных мероприятий в Нормандии. Ее инициировали французский президент Франсуа Олланд и немецкий канцлер Ангела Меркель. Как сообщается, российские и украинские лидеры высказались за скорейшее прекращение кровопролития на юго-востоке Украины. Мы сели за стол, поговорили, в течение минут 15, я думаю. Не могу сказать, что это была обстоятельная беседа, но тем не менее основные вопросы, связанные с урегулированием ситуации, затронули с развитием экономических отношений. Я не могу не поприветствовать позицию господина Порошенко по поводу того, что нужно немедленно остановить кровопролитие на востоке Украины. И у него есть на этот счет план. Но какой этот план, это лучше спрашивать не у меня, а у него. Встречу Путина и Порошенко позитивно оценили США. Как заявил представитель американской администрации, Барак Обама возвращается из Франции в более оптимистичном настроении в отношении Украины. А избрание Порошенко президентом, по мнению Вашингтона, дает Путину нового партнера для переговоров. Путин же подчеркнул, что сторонами переговоров по урегулированию ситуации должны быть не Украина и Россия, а киевские власти и сторонники федерализации на Востоке, так как Россия не является участницей конфликта.